Інна Москалець, лікарка-педіатр-неонатолог Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні, консультантка з грудного вигодовування та харчування дітей першого року життя. Доброго вам ранку. Доброго дня. Щороку тиждень грудного вигодовлення має свою якусь певну тему. Що цього року? В Украине с 2001 года начали отмечать неделю поддержки грудного вскармливания. Неделя поддержки грудного вскармливания проводится с 1 по 7 августа. Ежегодно тема недели меняется. В этом году тема недели – это «Расширяя права и возможности родителей, поддержим грудное вскармливание». И раскрывая эту тему, мы должны отметить и остановиться на конкретных вопросах. Это изменение внутреннего трудового распорядка женщины, которая кормит своего ребенка и вышла на работу. Если возможно изменение какой-то законодательной базы, которая будет работать на интересы кормящей женщины, изменение условий на рабочем месте у кормящей женщины и, конечно, гендерная равность или гендерное равенство родителей. Если так, может быть, более подробно остановиться на этих вопросах, то здесь, конечно, можно сказать, что если женщина вышла на работу, то... А зараз все частіше жінки виходять. Да, чаще выходят женщины, потому что они пытаются совместить и грудное вскармливание, и общественную деятельность, политическую. Может быть, некоторые продолжают учебу. Вот, может быть, по экономическим каким-то вопросам выходят на работу. Поэтому мы должны вот как раз на этой неделе еще раз обратиться к работодателям, к активистам, представителям общественности, к самим родителям, чтобы изменить вообще отношение общества к грудному вскармливанию, чтобы у нас люди совершенно посмотрели на это по-другому. Вот что касается рабочего места. То есть должны быть комнаты для кормления детей, должны быть места для сцеживания женщины, для того, чтобы поддержать лактацию. Если мы говорим изменение внутреннего трудового распорядка, то это касается, чтобы график работы женщины был более такой лобильный. То есть, согласно нашему трудовому законодательству, женщине, которая кормит своего ребенка грудью, продолжает кормить, и если этому ребенку еще не исполнилось 1,5 года, то она имеет на каждые 3 рабочих часа, имеет дополнительно полчаса дополнительного времени, перерыва для того, чтобы покормить ребенка. И, в принципе, она имеет право по согласованию сторон суммировать это время и либо выйти на работу позже, либо уйти с работы раньше, либо в течение дня ей должны сделать такой перерыв. В высших начальных закладах також, мабуть, важливо створити саме такі місця для грудного вигодовування, тому що багато хто, ті, хто навчаються, зокрема, навіть 19, 20, 21 рік, так, дійсно, вже є діти, і багато хто не бере таку декретну відпустку. Да, така система, така система существует, и тенденции, конечно, такие, что сейчас более постарше уже идут осознанно к родительству, но тем не менее в учебных заведениях это тоже надо принять во внимание. А то, что мы говорим о гендерном равенстве родителей, у нас как-то исторически сложилось, что все-таки больше мама и женщина это должна ответить за грудное вскармливание, это удел женщины. Но тем не менее, учитывая, что у нас женщины настолько активны и, допустим, выходят на работу, то отец тоже должен принимать участие. Вот так, расскажите, как сами чоловіки можуть долучитися и допомогти жінкам? Ну, во всяком случае, сначала должны участвовать в воспитании, в уходе за ребенком, создать возможность женщине несколько больше отдохнуть, потому что это способствует лактации. Вот. А в дальнейшем, если эта женщина вышла на работу, то и свое молоко оставляет ребенку сцеженное, то отец должен уметь накормить этого ребенка и поддержать такую доброжелательную атмосферу. Не бояться підійти до дитини и показать, я пришел с работы. Да, доброжелательную атмосферу в семье. Потому что это все укрепляет отношения между родителями. И иногда бывают такие ситуации, что ребенок даже больше у работающей мамы, ребенок больше даже привязан к папе.
Угу. Навіть таке буває. Да. У нас є опитування, ми провели опитування миколаївців, як вони відносяться до грудного вигодовування саме в людних місцях. Тому що ми знаємо, що дуже часто жінки для того, щоб соціалізуватися, так поспілкуватися, їм доводиться вийти за периметри дому. І якщо вже так сталося, що потрібно... Підійшла година годувати дитину, пропонуємо дізнатися, що відповіли миколаївці на запитання. От саме, як же ж відносяться, якщо побачили, що десь в парку, там, наприклад, мама годує свою дитину? В общественном месте, конечно, я не очень так, казалось бы, можно как-то найти какой-то уголок такой, чтобы как-то и не видно было, наверное. Я не очень позитивно к этому отношусь. А вообще, которая мама кормит, это, конечно, очень молодец. Я человек толерантный, я считаю, кому как подходит, пусть так и делают. Это дело, личное дело каждого. Ну, если ребенок хочет, то мама сделает то, что хочет ребенок. Улиця – це не улиця, знайде можливість покормити його все одно. Ну, нічого страшного. Головне, щоб гігієна була, а все остальне – нічого страшного. Я літала своїми з Камчатки до Одеси і приходилось кормити в аеропорту по 3 дні сидіти, де прийдеться. Тому відношусь до цього вполне нормально. Взагалі це нехорошо. Чому? А потому что это грудь все-таки, тут и пыль, тут и всякая гадость. Как это можно на улице кормить ребенка? Не знаю. Мне кажется, что это надо только в помещении каком-нибудь. Да даже зайти в аптеку куда-нибудь, господи. Но это же нехорошо на улице кормить ребенка. Да, нормально ставлюсь, если ребенок хочет есть, его надо покормить. Что бы его не покормить? Это нормально, я думаю. Отрицательно. Потому что столько микробов, извините, экология какая наша. Ну и, скажем так, не очень это смотрит, как бы не очень красиво, когда женщина, скажем так, достала грудь и в присутствии посторонних демонстрирует, можно так сказать. Ну що ж, як ви ставитесь до такого грудного вигодовування? Ну, немає можливості, наприклад. Або, можливо, що в такому випадку робити? Може, дійсно йти до аптеки? Я отношусь к кормлению грудью в общественных местах абсолютно позитивно, потому что это единственный способ покормить ребенка стерильным, качественным молоком в таком количестве, как надо. Потому что если женщина будет готовить непосредственно смесь для кормления ребенка, здесь будут задействованы больше всяких бутылочки, соски, руки и т.д. и т.п. Вот, и поэтому я считаю, что если женщина покормила ребенка грудью, но, естественно, она это не должна манифестировать, она должна показывать. Сесть, да, она просто должна сесть, покормить ребенка грудью. И вот из сюжета видно, что чем старше поколение, тем негативнее к этому относятся, потому что все-таки вот эти стереотипы, которые существовали раньше, они на сегодняшний день для молодежи не являются авторитетом, поэтому нужно уметь как бы и переубедить более старшее поколение относиться к этому позитивно, потому что грязь, пыль абсолютно не имеют никакого отношения к контакту, когда ребенок непосредственно сосет молочную железу. И поэтому хочется, конечно, чтобы больше эта информация доходила до населения, и люди воспринимали это совершенно по-другому. Ну і так, фактично, от ми отак от проговорили, і ми розуміємо, що от таке якесь, ну це міф фактично про те, що під час грудного годування це треба десь зачинитися вдома, сидіти і не можна ніяк ані проводити активне життя, працювати, навчатися і так далі. Тобто це абсолютно ну, нісенітниця фактично змушувати і обмежувати жінку, яка займається грудним вигодовуванням. Ще є багато думок з приводу того, що от саме ще в пологовому будинку у перші дні життя дитини мамі пропонують ну, додаткове якесь підгодування дитині оцій. Це теж один із міфів. Который не имеет... Я знаю, что я ситкнулась с этим. Он тоже, это действительно миф, который не имеет никакой почвы под такой постановку вопроса. Значит, когда ребенок рождается, его начинают в течение первого часа прикладывать к груди, и ребенок получает первые порции молока, так называемое молозиво. Значит, это молозиво по
поступает в организм ребенка в очень малых количествах. Оно обеспечивает ребенка, тем не менее, всеми питательными компонентами. Кроме этого, оно содержит большое количество иммуноглобулинов, защитных факторов, и оно имеет очень высокий колораж. И поэтому небольшое количество дает хорошее энергетическое обеспечение. А с другой стороны, излишнее поступление жидкости в организм ребенка не делает нагрузку на пищеварительную систему и на почки, потому что почки сразу после рождения еще не адаптированы. И в течение первых-вторых суток у ребенка имеет место так называемая олигурия, то есть выделяется небольшое количество мочи, только запускаются все эти системы. И поэтому, если ребенка нагружать водой, смесями в большом количестве, это даст срыв адаптации новорожденному ребенку. Так, дійсно, нагадаю, що в нашій студії сьогодні Інна Москвець, лікарка-педіатр-неонатолог, і будемо, власне, ми продовжуємо спілкуватися. Перед новинами ми з вами говорили про те, що... Про що ми говоримо? Ми говорили про їжу. Так, в цілому проговорили про грудне вигодовування. Продовжити хотілося б про, чи потрібна якась дієта додаткова для людей, які людей, матерів, які годують груддю. Чи це теж трошки перебільшено у свідомості? Звісно, так, це увеличені ці питання. Значить, смотрите, беременность і кормлення груддю – це не болезнь, і тому спеціальної дієти ніякої для цього не треба. Єдине, особенно во время кормления ребенка грудью, женщина должна ограничиться в тех продуктах, которые вызывают повышенное газообразование и у себя, и у ребенка. Как не можно есть рыбу? Бо дитина буде нема. А, нет. О, починається. Народна творчість. Це не до науки, до медицини. Це да, абсолютно глупо. Вот, да, риба може бути в какой-то степені таким, имеет аллергические какие-то сенсибилизирующие действия. Вот, но это все индивидуально. Если в семье у кого-то есть непереносимость каких-то продуктов, то от этих продуктов тоже, может быть, стоит воздержаться. Есть еще такое понятие, что когда женщина кормит грудью, значит, она должна немножко воздерживаться от питья, потому что у нее будут там отеки и т.д. и т.п. Значит, то, что касается отеков, значит, если женщина хочет пить, и она не пьет, то организм срабатывает каким образом? Он задерживает эту жидкость. То есть действительно, вот тогда, когда женщина себя будет ограничивать в питье, эти отеки будут усугубляться. Женщина, кормящая ребенка грудью, должна потреблять жидкости столько, чтобы у нее не было чувства жажды. Потому что часть воды идет на образование молока. Саме молоко, воно є дуже вітамінізованим, але все ж таки багато хто вважає, що це просто рідина. І зачастую дають дитині також окрему воду. Чи правильно, чи це можна це робити? Ну, більше, як би, вважається мнення, що грудне молоко – це їда, і дитину потрібно давати воду, особливо в літнє час. Так от, це дуже теж неправильна позиція. Чому? Тому що унікальність грудного молока заключається в тому, що состав його постійно міняється. І особливо в літнє час, и в странах с жарким климатом молоко становится более, содержит больший процент воды. И если ребенок часто прикладывается к груди, то он получает так называемое переднее молоко, молоко, которое вырабатывается в промежутках между кормлениями и в начале прикладывания ребенка к груди. Это молоко на 80% состоит из воды, и оно обеспечивает ребенка достаточным количеством жидкости. То есть оно удаляет у ребенка жажду, компенсирует. И поэтому при частом прикладывании ребенка к груди в летнее время это абсолютно нормально, это не требует ребенка допаивать водой. Але, мабуть, не слід зловживати, бо дитина звикне, тоді вночі також доведеться постійно. Ні, ні, просто якщо дитина хоче їсти, він несколько дольше сосе грудь, вот. А якщо дитина хоче пити, він прикладається на 2-3 хвилини, ну, це в основному як жаркий період для компенсації жажди. Вот. А якщо питання стоїть о допаїванні, то тут може виникнути така ситуація, що допаювая дитина водою, він може їсти менше, і тоді можуть виникати проблеми з весом. Вот. І
я хочу сказать, что наша молодежь, наши кормящие мамы очень осведомлены в этих вопросах, черпают информацию из интернета. И очень обидно, когда медицинские работники, вопреки всему, рекомендуют в летний период допаивать детей водой, потому что это абсолютно противоречит истине. И Всемирная организация здравоохранения рекомендует, как мы вам с вами уже говорили, раннее начало грудного вскармливания в первый час после рождения, исключительно грудное вскармливание до 6 месяцев, ничего кроме грудного молока, и поддержку длительного грудного вскармливания до года и больше со своевременным введением прикорма. И, можливо, наостанок, у нас є таке анонімне запитання від глядачки. Якщо у жінки маленькі груди, і вона готується до грудного вигодовування, по-перше, чи ж може вона вигодовувати дитину? І, по-друге, чи потрібно якось додатково готуватися до цього? Можливо, фізичний якийсь заряд? І так далі. Розмір груді не определяє можливість жінки по лактації. І чаще всього великий розмір груді предопределен большим количеством жировой ткани. А в принципе возможности у женщины, у всех женщин одинаковы. Только 4% женщин в мире, которые не могут по каким-то причинам. Да, есть еще такое понятие эндокринных нарушений. Вот, но в целом у всех женщин одинаковые возможности. И у женщин с большими молочными железами, и с малыми. То, что касается подготовки молочных желез, это на сегодняшний день категорически не рекомендуется. Почему? Потому что ребенок сосет не сосок, а молочную железу, там есть определенный механизм прикладывания ребенка к груди, поэтому вытягивание соска, подготовка околососковой области, чтобы не было трещин, это все не имеет никакого значения для дальнейшего вскармливания, а единственное, что вытягивание или раздражение околососковой области во время беременности может спровоцировать преждевременные роды. Вот поэтому абсолютно не нужно ничего делать, а после рождения ребенка правильное прикладывание груди обеспечит вам здоровое состояние околососковой области и эффективное кормление ребенка грудью. Запам'ятав? Так, я все запам'ятав. Тепер знатиму. Дякуємо вам. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії була Інна Москалець, лікарка-педіатр-неонатолог. І ми говорили про грудне вигодовування, тому що зовсім скоро наближається тиждень грудного вигодовування, інформування про грудне вигодовування. Так, саме так. Ще раз вам дякуємо. Сподіваємося, що тепер наші телеглядачі не будуть жити в світі з наповненими якимись міфами та викривленою інформацією. Дійсно, отримуйте інформацію з перевірених джерел. Не бійтеся запитати, якщо щось у лікаря навіть трошки розходиться інформація з вашою, уточніть, запитайте, краще все ж таки дізнатися, як воно є насправді, тому що йдеться про здоров'я вас та вашої дитини.